зажег костер, уже у меня, наверное, кипит все. Сейчас буду смотреть. Да, вода вообще закипела очень быстро. Вообще молниеносно, я бы сказал. Вот поэтому я сейчас уже завариваю чай. У меня осталось даже дров немножко. Посижу у костра. А, ну как раз. Смотрите, как я угадал. И холодненько подразбавлю. А, хочу сказать отдельное. Вот, у меня дров-то еще три чушки еще есть. А, хочу сказать еще раз спасибо, вот я уже и говорил, Стасу, который мне сделал эту замечательную печку, щепочницу. И почему, за что спасибо, я вот тут увидел надпись, нацарапанную. Наверное, сейчас вам не видно. В общем, написано: на удачу Дмитрию. Так, нацарапано. Не знаю, только увидел, не видел раньше. Вот. И поэтому хочу сказать, Стас, спасибо тебе еще раз за эту печь. Вот, я сейчас сижу. Черти где. Сижу в степи. Вот. Вокруг за 10 километров ни души. И жгу твою печку. Увидел это на удачу, очень приятно стало. Прямо улыбнуло, и я прям весь растроган. Вот. Спасибо. Съел яичко. У меня теперь чай в меню. О, ребята, это такая красота, вы не представляете.